Президент России Владимир Путин соберет большую ежегодную пресс-конференцию 14 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Для него это будет последняя встреча с представителями СМИ в таком формате за время нынешнего нахождения на главном государственном посту и 13-я по счету. С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра с мая 2008 года по май 2012. Однако после избрания главой государства на 6-летний срок в 2012 году он возобновил практику проведения больших пресс-конференций. Самой короткой по времени, 1 час 33 минуты, была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения. Однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.